Уже сколько лет в комплекте с 3D Studio Max поставляется интересная система визуализации, которая называется iRay. Притом сделана она компанией, которую все хорошо знаете, это компания NVIDIA. И iRay представляет из себя систему рендеринга, относящуюся к третьему поколению систем визуализации. Это система, которая работает физически корректно, то есть она рендерит все, как есть в жизни. Она UniBIOS, это означает, что она не нуждается в ваших настройках вообще. И она, надо сказать, достаточно быстро, ну, для систем подобного типа. Вообще, это далеко не первая система третьего поколения, уверен, далеко не последняя. Но у нее есть два плюса. Во-первых, она есть сразу у вас в 3D Max, и вам ничего не стоит попробовать ей попользоваться. В отличие от других систем, которые нужно будет еще скачать и поставить. Во-вторых, она работает со штатными материалами и светом 3D Max. То есть у вас не будет необходимости какое-то время осваиваться с материалами других систем. Но есть еще один большой плюс. Она неплохо работает с современными видеокартами компании NVIDIA, что, собственно говоря, дает ей весьма оптимистичную скорость визуализации. А всем этом мы с вами поговорим, посмотрим, как она работает. Сразу предвижу вопросы, как будет выглядеть сравнение iRay, скажем, с Mental или с V-Ray, что же лучше. Ну, конечно, тот же V-Ray более технологичный. И, например, на порядок лучше продуманный на очах. Mental куда более монструозный и навороченный. iRay пока такая система, которая находится в состоянии развития. Тем не менее, многие пользуются ей, особенно те, кому удобно мириться с некоторыми ее недостатками, однако пользуются ее замечательной возможностью. Итак, давайте посмотрим, как iRay работает, как он выглядит, ну и самое главное, в чем, собственно говоря, плюсы применения этой системы. Сейчас я вот хочу посмотреть. Ну, я открою несколько примеров учебных, на которых продемонстрирую вам работу iRay и того, что вы сможете сделать с его помощью. Но для начала я открою такой примерчик с предметной визуализацией. Вы наверняка уже видели эту сцену, если учились V-Ray. Это стандартная тренировочная сцена. Но в данном случае в ней нету ни освещения, ни каких-либо скрытых реалий в кустах. Сейчас только я хочу вернуть обратно систему рендеринга Scanline. И все объекты в этой сцене покрашены обычным сереньким материалом. Если я выполню визуализацию, вот что я получу. Пока нету ни света, ни материалов, ничего. Ну и сразу давайте включим iRay. Открыв диалог рендера сетапа, в поле Assign Render, в Production, мы ставим iRay. Также iRay можно поставить в ActiveShade. Тогда вы получите не просто обычную систему рендеринга, но еще с возможностью интерактивной визуализации, которая будет на ходу показывать вам работу, скажем, освещения. Вы сможете двигать и настраивать светильники, и сразу видеть время, как оно работает. Вот сейчас мы включили и в продакшн, в редактор материалов, и в ActiveShade, везде стоит iRay. Как он используется? Ну, просто нажмем команду Render, он работает. Ждем. И вот пошла визуализация. Ну и что-то не особо. Дело в том, что нам требуется хотя бы один источник света. Остановлю пока визуализацию. Надо заметить, что iRay не использует дефолтное освещение. Более того, iRay всегда использует глобальную модель освещения. То есть свет отражается от объекта и освещает все, ну, практически как в жизни. Кстати говоря, свет не обязательно должен идти от источников света. Он может идти от фона, от светящихся материалов. Притом это практически полноценный источник света, ничем не ограниченный. Вот сейчас, если мы посмотрим настройку фона, видно, что фон черный. Сейчас,
сделаем пока. Ой, вот так сделаем пока. Если я поставлю фон какой-нибудь светленький или там беленький, тем более. Видно, как сцена сразу получилась светлая. Притом свет генерится непосредственно фоном. То есть делаю ее фон немножко потемнее, и мы сразу получим более слабое освещение. Но вообще говоря, эту сцену я, конечно, фоном освещать не хотел. Потому что от фона получается освещение так себе. Скорее, это хорошо, как такой мягкий амбиентный дополнительный свет, нежели как какой-то основной источник света. Я поставлю два источника света, традиционных для Mental Ray. Вот что хорошо, iRay, он, кстати говоря, даже одно время назывался Mental Ray iRay. Но потом разработчики сообразили, что не надо путать круглые с мягкими, но все-таки назвали по-другому. Сейчас называется просто iRay, как вы, собственно, видите. Однако с Mental Ray у него совместимость хорошая, вот источники света вот эти вот все. Ну, кстати говоря, кроме Skyportal, Skyportal он не использует. Target Light, Free Light он замечательно использует. Я создаю FreeLight. Появляется вопрос включения экспозиции. Возможно, вы знаете, FreeLight – это физически правильный источник света, и ему необходимо, чтобы также была сымитирована работа фотооборудования, фотоаппарата, по сути. Это называется экспозиция. Да, разумеется, я отвечу, что стоит ее включить. Экспозиция работает сейчас, но она не настроена. Мы скоро увидим, где настроиться. Я рисую FreeLight в проекции Left. Это получается такая точечка маленькая. Мне хочется сымитировать источник света типа окна, как будто есть у меня окно такое, несуществующее на самом деле, да? И из него такой мягкий свет идет в сцену. FreeLight может работать в куче разных режимов, и его форму определяет диалог Shape Area Shadows. Также у него есть стандартные настройки, если вам нужна лампочка. Но лампочка мне сейчас не нужна. Мне нужно включить тень Ray Trace и поставить форму светильника прямоугольник. Ну, окно все-таки. И вот он говорит, какого размера окно ты хотел бы. Вот такое, почему нет. Пускай стоит вот здесь. Оттенок у него D65, это, ну, практически аналог дневного света, такого холодного, голубого неба. Ну, давайте посмотрим, что получается. При яркости 1500 кандел, это будет довольно яркий свет. Впрочем, все зависит не только от света, но и от настроек камеры. От экспозиции. Вот что мы получили с вами очень действительно яркий свет. Он практически заливает все белым светом. Кстати, светят такие светильники в обе стороны, то есть как влево, так и вправо. Если вот издалека глянуть на этот светильник, видно, что он дает поток света в обе стороны. Сейчас хорошо видно. Вот здесь у него краешек, вот он поток света. Но слишком ярко. Я действительно немножечко пониже яркость сделаю, там, скажем, 1000 кандел. Но суть-то не в этом. Суть в том, что нужно настроить экспозицию. Откроем диалог Rendering Environment. Нажмем Render Preview, то есть просмотр экспозиции. Нам построят маленькую картинку, по которой я смогу регулировать Exposure Value. Ну, яркость фотоснимка, так скажем. Чем больше, тем темнее. Настроить ту яркость, которую я хочу получить. Есть также некоторые дополнительные параметры, сила засветов, там, баланс среднего диапазона, чтобы можно было помягче сделать картинку такую более легкую. Вот, сила теней, чтобы тени пожестче получились. Также есть понятие white point, баланс белого. При большом балансе белого, скажем, 6500, голубой свет будет казаться белым, а вот желтый практически красный. На низком балансе 3500. У вас будет нормально смотреться источник света в интерьере искусства. Но при этом солнечный свет будет практически такой бело-холодный. Я поставлю среднее значение, скажем, 5000. Тут и уличный свет будет казаться таким не очень голубым, да и внутренний свет искусственный. Обычные лампочки будут казаться тоже вполне себе приятным. Можно 4200 поставить, это вообще нейтральный баланс. И вот интересно, нажмем Render, посмотрим, как iRay считает. До сих пор я ему ни разу не дал досчитать до конца. Вот мы видим его калькуляции, и отлично видно, что он просчитывает картинку отдельными точечками. Эти точечки – это лучики света, которые попадают в объект, отскакивают от них, рассеиваются по комнате. Хорошо видно, что свет заливается даже в самые незначительные щели. Также, думаю, вы заметили,
что нет никаких прекалькуляций. То есть не нужно ждать, пока там какой-нибудь цвет посчитает. Чернового такого грубого качества. Каждая итерация, вот сейчас их уже 300, это одно обновление картинки. Но на самом деле нужно минимум несколько тысяч итераций, чтобы картинка избавилась от шума. То есть можно сказать так, все рендеры третьего поколения позволяют вам очень быстро получить хоть какую-то картинку, грубо. Но для того, чтобы отполировать ее до идеала, нужно много времени. Как плюс, абсолютно никаких настроек от вас не требуется, вообще просто нажали рендер и жить. Но единственная, по сути, настройка, ну такая значимая, это в настройке диалога рендерера, как он будет рендерить. Либо определенное время, вот часто это 1 минута, то есть через минуту он становится. Либо сколько-то определенное количество пасов он считает, или итерации по-другому. Либо unlimited, это означает, что вы разрешаете ему рендерить бесконечно долго, а в конце вы просто остановите систему на просчете, когда будете считать, что картинка уже и так хороша. Кстати говоря, вот Vray сейчас так использует в unlimited режиме. Там ставят рендер time 0, он понимает, что это unlimited. Есть отдельная галочка. Также есть несколько важных параметров в диалоге Advanced Parameters. Ну, собственно говоря, вот эти вот две галочки, нет, все заключается. Более никаких настроек, типа там качество материалов, качество света, сабдил, какие-нибудь сэмплы. Это все, даже если оно и есть, как вот тут, допустим, оно не работает. Многие настройки, которые обычно всегда мы ставим, типа теней, сэмплов, вы их можете по-прежнему регулировать, но абсолютно ничего не произойдет. Поскольку IRA это Unibased рендер, ему плевать на все эти настройки, он всегда считает их, ну, по сути, максимально возможными. Поэтому с IRA, вот чего точно совершенно у вас не будет, так это головной боль, где там что-то настроится. Просто поставили светильник, определили яркость. Все работает. Хочу я поставить еще один светильник. Это вот будет лампочка в настольную лампу сюда. Я сделаю фрилайт, маленький вот поставлю лампочку вот так. Поставлю куда-то вот сюда. Пока я специально ее повесил на пуст. Потому что я хочу вам показать еще одну возможность, которая называется iRay интерактивный. Это вот если вы iRay поставили не только в Production, но и в ActiveShade, то нажав стрелочку вниз, можете переключиться на режим ActiveShade, нажать кнопку ActiveShade, и вы запускаете iRay в особом режиме, в котором будет в реальном времени показывать все изменения. Вот тут, по сути, картинка готова реагировать на любые ваши действия. То есть если я, к примеру, поверну вид глазами перспективы, как видите, интерактивный режим сразу отображает эти изменения. Если я данный светильник, ну скажем, выключу, вот видно, что без него, что с ним, совершенно разный эффект. Размещу его внутри настольной лампы. Мгновенно видно, как система среагировала, даже вот интерактивно, прямо двигаешь. Все наглядно отображается. У этого светильника можно включить, не включать тень, но, естественно, в других системах это важно. Здесь тень всегда работает. Меня, кстати, даже больше волнует выбрать лампочку. Я вот выберу стандартную лампочку, скажем, 40 ватт из списка. Вот видно, как он среагировал на эти изменения. Это была обычная лампа с нитью накаливания 40 ватт. Но вот 21 ватт галогенка. Конечно, наш светильник окно очень сильно заглушает этот свет. Давайте возьмем окно и сделаем послабление. В режиме интерактивном очень удобно регулировать светильники. Но кто из вас, дорогие друзья, использует V-Ray, система V-Ray-RT, наверняка отлично в курс, что очень полезная возможность. Вот я подобрал яркость, что-то там 400 кандел из экрана. Теперь можно вернуться к лампочке. У лампочки я хочу включить тело источника в виде шара, чтобы лампочка давала мягкую тень. То есть теперь лампочка – это большой шар, который дает очень мягкий свет с мягкой тенью, только он слишком большой, уменьшим радиус. Ну, хорошо. Ну, вот мы получили освещение для предметной сцены, вполне симпатичное. У нас такой вот стол с предметом. И интерактивная система готова в реальном времени показывать изменения освещения и даже материалы. Пока я ее установлю. С материалами там есть проблемы, я бы не стал им пользоваться, хотя можно. И вот давайте посмотрим, что с материалами. Я сделаю сейчас 3 материала для этого примера.
Но для начала в редакторе материалов сами шарики визуализируются Array. Это с одной стороны хорошо, но с другой стороны он довольно медленно с ними работает. То есть у вас будут довольно серьезные, что называется, лаги, то есть задержки при работе с материалом. Есть такая хитрость. Array и MentAray между собой почти совместимы по многим материалам. Поэтому вы можете в AssignRender разблокировать замочек и для редактора материалов принудительно MentAray поставить, сказав, что пускай Array рендерит, но именно MentAray пускай показывает материал. Только будьте осторожны, многие материалы MentAray пока что, вот Array нет. Поэтому по первости лучше, конечно, оставлять замочек нажатым, пускай Array с материалами тоже работает, видно, что медленно обновляет. Но это позволит вам четко сразу понимать, будет материал работать с Array или не будет. Если же у MentAray ставится, но, конечно, редактор будет быстрее работать, чем говорить. С другой стороны, есть риск, что материал, который в редакторе виден, на рендере работает. Какие же материалы совместимы с Array? Да по сути, ну понятно, что стандартно совместимо, это, конечно, достижение. Главное, что совместим материал, который называется MentAray Arch Design. Вот на нем практически все и строится. Старается пользоваться только им. Совместимы также некоторые дженерик материалы, но я бы советовал пользоваться именно Arch Design. Arch Design замечательный материал, очень удобный. Вы можете наугад потыкать его настройки, а также можете использовать систему темплейтов с небольшим, но очень интересным набором поверхностей. Поменяв или выбрав которые, да, вы можете быстро преднастроить ваш материал. Ну вот, допустим, я хочу сделать банальное стекло. И вот, пожалуйста, стекла. Есть три вида. Sin Geometry – это для плоскости. То есть Sin Geometry – это скорее стекло в дверцу шкафа. Оно по упрощенному считается алгоритмом. Solid Geometry – это для объемного объекта, но не физический размер. Ну а Solid Geometry Physical, извините, Glass Physical, да, это физическое уже стекло. Это означает, что будут учтены размеры предмета и правильно будут гашение света в стекле работать. Я поставлю обычный Solid Geometry, отличный стеклышко, вот он работает. Можно также поменять цвет стекла, сделать его, допустим, ну не знаю, фиолетовым. И я покрашу тигра. И вот, допустим, чашки. Можно сделать еще одно стекло. Каждый раз придется вот так убирать материал, потом убирать шаблон. А это стекло будет пускай белое. Покрашу мазой. На рендере мы с вами видим обычный рендер, как стекла получились. Здесь такие фиолетовые отлью. Можно у этих стекол поменять еще и цвет рефрактора. Это, собственно говоря, главное для стекла. Диффуз-то можно было особо не трогать. Именно цвет рефрактора – это его прозрачность плюс оттенок. Особенно для физического стекла это важно. Ну и я, пожалуй, в рендере поставлю unlimited, то есть рендере бесконечно. Сама я буду складывать как бы строчку. Вот сейчас стекла поинтереснее смотрятся. Кстати, особый вопрос, что касается теней от стекла. Дает таких вспышек света на преломлениях. Если вы выполняете объектную визуализацию, вам будет интересно тень построить абсолютно физически правильно. Что прямо здесь такие лучи света были в тенях отдельно. Это несложно сделать. В настройках системы рендера Array есть две галочки. Это все, что вам нужно знать о настройках. Ну, не считая переключателя временной гранички. Галка Architectural Sampler. Ну, как он нам сам говорит, да. Хорошо подходит для визуализации архитектурных сцен. Но я бы не сказал, что в интерьерах разумно. Да, действительно, он при меньшем количестве так называемых пасов или итераций дает лучшую картинку. Но сами итерации дольше идут. Поэтому тошно. Мне вот интерьер нравится без него считать. Хотя в экстерьере ничего. Но каустика, это понятно, действительно, чтобы объект прожигали свет насквозь, и свет шел дальше и прожигал картинку сквозь объект. Галка каустик, с вас будет намного интереснее смотреться тень от стекла, считаться будет дольше. Я поставлю ее в интерьере, но он вряд ли сильно пригодится. Однако здесь вот такие вот микроотличия в тени от чашки сейчас будут.
Это вот тень хорошо была видна. Хотя вот здесь все будет видно, такие пятнышки. Вот тут кулатки. Вот здесь видно теперь ободочек, более темные чашечки. Нужно, конечно, очень много итераций. Сейчас, видите, итерация 50, но это не смешно. Там, их там, 1005, видите, считать быстро, колустик не включается. Однако я сделаю еще два материала, чтобы просто показать, как это работает. Материалы реально легко делаются. Я сделаю материал деревяшки. Для этого достаточно выбрать шаблон подходящий. Не обязательно ставить вуд, дерево. Достаточно вот эти три шаблона использовать. Матовый, глянцевый. И я бы сказал, с небольшим глянцем. Вот слово pearl переводится в жемчуг. Но я бы сказал сатин. То есть такой вот эффект, когда мягко-мягко блестит что-то. Я сейчас поставлю глоссы. Глянцевый. Однако он слишком глянцевый. То есть это будет смотреться уже не как деревяшка, как деревяшка, облитая водой. Поэтому я немножечко уменьшу глоссинс, чтобы получить не такую идеальную гладкость. Также я включу отражение, рефлекшн, или послабее цвет, или еще лучше, я включу так называемый by-EOR, отражение по закону Френеля. В этом случае отражение будет зависеть от угла взгляда, как и в жизни. Для всех глянцевых поверхностей это очень хорошо. Теперь с помощью настройки OR можно силу отражения регулировать. Ну, скажем, 1.6 это стекло, ну или лак. Вот получается интересно. Штатный вариант и OR вариант. Отражение по закону Френеля смотрится всегда правильно. Чем отражение линейное или псевдолинейное, которое по графику поэтому стоит. Назначим на столешницу. Ну и тут все просто, диффуз, банк, все настройки наши знакомые. Ну, диффуз называется color, важно, но все это так понимают. Я ставлю картинку в диффуз, ну, например. Ну, такую. В бам. Вот такую. Только это паркет, а я виноват. Боже, деревяшечек. Не то я поставил диффуз. О, это правильный бам для деревяшечки. Сейчас диффуз мы заменим. По ту сторону смотрится. Бамп очень слабенький, дерево больше не нужно. Но я поменяю, конечно, диффуз. Паркет явно ни к чему не ставит. Ну, теперь все хорошо. И еще один материал, который я хочу сделать, это материал полированного камня. Мрамора, например. Тоже берем материальчик, всегда выбираем Arch Design. И там есть камень полированный, но проще поставить PR Finish, то есть матовая полировка, чуть-чуть подлескивающая. Неприятный глюк, когда шарик начинает отображаться не пойми как. При том, как видите, он не лечится перезапуском. Вот. Можно, однако, насколько я помню, включить и выключить подсветку по умолчанию с задней стороны. Только перезапуск системы рендера, ладно, пускай глючит начинает. Вот. Поставил я первый финиш. Кстати, это медленно следует. И в цвет. Давайте поставил, чтобы типа мрак. Отлично. Ну вот, самое время отрендерить картинку, посмотреть, что получается. Удобно то, что даже не располагая какими-то глубокими знаниями в настройке системы визуализации, над действием света и предметов, материалов. То есть, ну, один материал, несколько светильников и никаких настроек. Из минусов долго ждать. Ну, сейчас только 60 итераций. Фактически ждать можно там, ну, хотя бы 600, то есть в 10 раз больше, а лучше в 100 раз больше, то есть 6000. Кстати говоря, вот это очень быстро считает, потому что сейчас используют видеокарту. Об этом я тоже скажу пару слов, но уже в другом примере. Остановлю рендер, примерно показал, как работают материалы и свет. Давайте сделаем пример поинтереснее. Вот то, для чего эта система неплохо. Экстерьер.
У нас с вами есть вот такая композиция. Я хочу писать ее в аллею парка. Тут, кстати говоря, будет еще одна интересная команда, которая называется Perspective Match, перспективная подгонка. Но об этом позже. Сначала я просто хочу осветить эту картинку дневным светом и посмотреть, как аллея воспримет стандартный механизм освещения дневным светом, так называемый Daylight System. Поставим аллею в продакшн. В материал эдитор можно ментал открыть, но я не буду с материалами менять особо, поэтому вообще не имеет значения. Рендер. Вот iRay считает картинку по умолчанию кое-как. Остановимся. Теперь поставим систему освещения, которой, возможно, вы пользовались. Она очень простая в установке. Создать систему освещения Daylight, дневной свет. Сразу появляется вопрос, желаем ли мы включить экспозицию. Экспозицию обязательно включить надо. Ответ – да. Пускай работает экспозиция, потом мы еще настраивать будем. В топе мы рисуем розовый троп, или компас, как его называют. И отпустив кнопочку, от компаса обозначаем положение солнца. Вот. Я не буду выставлять солнце по часам, как это можно сделать. Я поставлю его на глазок, поэтому включу режим управления солнцем manual, то есть вручную. И попытаюсь переместить солнце как-то так, чтобы свет от него чертанул по моему домику. Ну и, наверное, сделать сильное. Вот так, например, почему. Позже нам придется переставить солнце, однако пока пускай стоит как есть. Запустим рендеринг. Не особо впечатляет. Все верно. И не должен. Хотя работает. За то же спасибо. У системы Daylight самый главный выбор компонентов. То есть какое солнце, какое небо используется. В обоих случаях мы выбираем компоненты Mental Ray-овские. Я уже говорил, что iRay не имеет ни своих светильников, ни своих материалов, ни своего сетапа в освещении подобного, но он использует компоненты Mental, это позволяет ему все правильно делать. Итак, Mental Ray сам. Mental Rays. Ответим, да? Небо включилось в качестве фона. Рендер. Ну вот. Теперь красиво. В архитектуре требуется куда меньше итераций, чтобы посчитать красиво. Здесь нет каустики. И, кстати говоря, в таких сценах, да, можно включать архитектурный шейдер, и он будет быстрее считать. Ну, насчет быстрее я бы так не стал зарекаться, но однозначно при том же количестве пасов картинка будет чище. Сейчас мы так и сделаем. Однако темновато. Красиво, но темновато. Да и небо какое-то прям грозовое. Открыв диалог Rendering Environment, то есть выйти в диалог экспозиции. Видно, что стоит Mental Ray-овская экспозиция. Нажмем Render Preview. Нам изготовят маленькую черновую картинку. Ну и мы настраиваем, по сути, фотоаппарат. Exposure Value, то есть уровень экспозиции, по мере уменьшения, будет давать более-более светлую картинку. Но 12 это уже слишком мало. 12,5 можно добавить. Также можно отрегулировать силу засветов, это highlights, насколько пересвечивается картинка должна. Но много не стоит, сами видите, какая она жженая. Вот там 0,01, 0,05, вообще максимум для подобных сцен. Это уже 0,1 даже почему. Боюсь, что сгорит, конечно, стена вот эта. Ну, увидим. Shadows – это глубина теней, можно побольше. White Point – баланс белого. Но вообще-то 6500 – это стандарт для экстерьера. Удивлен, что оно здесь сбилось. Кстати, горят, теперь видно, что куда лучше цвет получается. Вот обратите внимание, что стрел 4200, да? Нейтральный баланс. Все сразу такое холодное, непонятно. 3500 – тут баланс ночи в интерьере. Вообще тихий ужас. 6500 – стандартный баланс для дневного освещения. Вот приятненькая такая картиночка, солнечная, тепленькая. Экспозиция имеет серьезное решающее значение как для Mental, так и для iRay. Очень хорошо, что не использовали штатный механизм и стали городить свой. Рендеринг, смотрим. Приятно то, что вы получаете мгновенный рендер, то есть такой инстант, начальный вариант картинки. Есть желание, ждите. Нет желания.
останавливается, получается то, что вот видите. Кстати говоря, на скамейках-то материал не работает. Да, бывает так, что материал несовместим. Это легко понять. Сейчас я загружу материал со скамеечек в редактор, пока array стоит. И вот array не показывает нам материал, хотя я должна быть деревяшка. Потому что этот дженерик материалов десковский, он не в полной мере совместим с array. А вот ArchDesign совместим идеально. Я поставлю ArchDesign, выберу дерево матовое, и в диффуз поставлю картинку. Вот теперь будут красивые скамейки. Можно залокировать скамейки, поставить перл. Вот сразу блестит матовый лак. Perl finish. Да, и в диалоге рендера, конечно, надо бы поставить архитектурный шейдер. Вот для интерьеров, сколько я не экспериментировал, мне не понравилось, как он работает. В экстерьерах вроде неплохо. Unlimited render. Но скамейки лучше получаются. Старайтесь, ArchDesign это куда интересно. Ну все, супер. Там, картинка чище где-то в мелких деталях, но грязнее вся в целом. Она вся покрыта таким налетом точечек. Это вот архитектурный шейдер так себя проявляет. Он дает такое более равномерное качество, нету мелких, неприятных огрехов, зато все в целом сначала более шумное. Если же без архитектурного шейдера работать, а с штатным дефолтным вариантом настройки, еще раз без этой галочки, без галки, Architectural Center, архитектурный анализ, вот если вы ее не поставите, у вас небо и земля смотреться будут чище, сразу чище. Но очень много нужно будет итераций, чтобы довести до ума какие-нибудь там вот углы здания, какие-нибудь там теневые участки, вот решеточки мелкие. А с архитектуром качество более равномерно садится, и меньше нужно итераций, чтобы все в целом смотрелось красивее. Хотя где-то, да, будет смотреться хуже, чем без архитектурного. Вот мои опыты в интерьере показали, что в интерьере не стоит. Тут трудно сказать. Мне нравится. Но и нельзя не упомянуть об одной неприятной особенности. Array, к счастью, решаем. Хотя и хлоп не решаем. Сейчас я вам покажу, как делается. Если мне нужен реальный какой-то красивый задний фон, а не вот такая ерунда. У меня задача. Есть вот такая фотка. Аллея. И я хочу в эту аллею дом поставить вот сюда. Мне говорят, замени, пожалуйста, кусок аллеи. Мы будем здесь строить это летнее кафе. Как же его сюда поставить? Ну, для начала откроем диалог окружающей среды. Все то же самое, где экспозиция. Видно, что стоит в качестве фона Physical Sky. Уберем его, clear, и поставим обычный битмап. Что очень плохо, Array нервничает при таком раскладе. И рендерить вообще сейчас не будет. Если я нажму рендер, я получу ужасную картинку, она вся черная. Array говорит, а ну-ка верни мне быстро сюда физическое небо. И вернул, ну попозже. А пока ладно, без рендера. В окне проекции я выйду в диалог управления задним фоном. Всегда с клавиатуры это делаю, поэтому каждый раз удивляюсь, где же эта штука. Точно. На клавиатуре это всегда Alt-B, а здесь вот Viewport Background, Environment Background. И мы с вами видим фон реальный, который я зарядил в качестве окружающей среды. Но пока все плохо, видно, да? Я перенесу фон из среды в редактор материалов, обязательно как инстанс, чтобы иметь возможность его настроить. И как видите, он сейчас пытается сферически накладываться, само собой, как картинка сферически не наложится. Поставим скрин, то есть плоскость экрана. Вот все супер лежит. Осталось только этот дом как-то выровнять по подставке. Интересная функция, перспектив матч, возможно, вы ее не видели раньше, поэтому я не пытаюсь вам показать, как она работает. Никакого отношения к Array, ну просто прикольно. Спрячу я пока сам дом, оставлю только площадку строительную. Так удобнее выравнивать. Вот. Надо создать камеру съемочную, при том free класса, которая без прицела. Ну, допустим, вот здесь. И включить все глазами. Оттащиваю подальше. Вот. И теперь в виде глазами камеры открыть утилиты
и вызвать перспектив матча, перспективное совещание. Шоу вынимается. На экране появятся с первого взгляда странные линии. Зеленые, красные, синие. Эти линии 3D Max просит разместить в соответствии с осями Z, X, A, Y. Он говорит, пожалуйста, покажи, где на картинке у тебя какие-то предметы стоят ровно. Ну, вот стена с дома, например, стоит ровно. Поэтому вот ось Z вполне можно поставить вдоль этой стены. Или вот по этой линии тоже понятно сразу. Кстати, не так уж и ровно. Вот теперь я угадал. Здесь можно по дереву подравнять. Вот хорошо. Красненькие – это иксы, а зелененькие – это игреки. Пускай один игрек идет вдоль дорожки в глубину экрана. Игрек – это ось, которая от нас развел. Хотя это не важно, какая из них икс, какая из них игрек. Второй игрек пускай идет вот так. Пока все это смотрится очень непонятно, но, тем не менее, скоро станет ясно, что я задумал. Ну и последние иксы. Один икс идет, например, вот так, вдоль края клумбы О, сразу система жива, наконец. И еще один икс пускай идет вот так. Вот я обозначил все направления. И система говорит, ну что, худо-бедно, стало понятно, как у тебя ось развернута, и вот выровнялась твоя сцена относительно текущей воображаемой точки, откуда ты смотришь. Не очень хорошо она выровнялась, ничего страшного. Используя команду поворот, вы сможете покрутить домик вокруг. Вот мне вот этим углом больше не ставили. С помощью дистанции вы сможете его приблизить, отдалить. А с помощью настроек горизонтал и вертикал подвигать левее и правее. Но что хорошо, он сейчас вписан в глубину вашего кадра. То есть теперь, двигая его ближе, дальше, выше, ниже, вы его все равно оставляете в плоскости происходящего на фотографии. Вы как бы передали 3D Max координаты осей фотографии, хотя она и плоская, но тем не менее возможно. И вот все, он по фотографии выровнял будущее. Да? Можно немножечко еще откорректировать вот эти оси, чтобы лучше посадить его. Знаете, как?